Кадакан представляет. Арай Тидзуру, пятый дан. Чемпионка Олимпийских игр в Токио 2020, чемпионка мира в Будапеште 2017 и чемпионка мира в Баку 2018. Оу Чигари. Сейчас я продемонстрирую, как выполнять учимата из симметричной и асимметричной стоек. Продемонстрирую, как встать перед соперником для попытки провести оучигари, и в тот момент, когда соперник опустит свой таз, чтобы защититься, переключиться на учимата. В случае, если соперник выпрямляет свое туловище, пытаясь избежать броска от учимата, у меня есть для него еще один ответ. Я вновь переключаюсь обратно на оучигари. Только в симметричной стойке я выполняю эту комбинацию с учимата. Я пробую применить учимата, когда соперник смещает свой таз, защищаясь от оучигари. Я переключаюсь обратно на бросок оучигари в тот момент, когда соперник начинает смещать свой центр тяжести назад. Это и есть моя комбинация оучигари и учимата. Важный момент здесь кроется в том, как я использую свою рабочую ногу. Вместо того, чтобы просто подсекать или широко вытягивать, сохраняйте форму своей рабочей ноги. Обычно я стараюсь опутать ногу оппонента своей ногой, чтобы подсечь ее. Когда моя рабочая нога непрочно зафиксирована, или нога соперника, или моя нога выскочили, важно следить за этим моментом в оучигаре и не дать своей рабочей ноге выскочить, как бы соперник не старался двигать своей ногой. Если я не позволяю своей ноге выскочить, то противодействуя защитным действиям соперника, я могу переключиться с учимата на оучигари и обратно. Так что я всегда стремлюсь комбинировать эти техники, сохраняя форму своей рабочей ноги. Опорная нога также очень важна. Если я хочу бросить соперника вперед, то поворачиваю мысок своей опорной ноги также вперед и переключаюсь обратно к оучигари, также разворачивая мысок опорной ноги. Если я провожу оучигари из этой позиции, мой соперник может сопротивляться и опрокинуть меня назад, поэтому я меняю направление моей опорной ноги навстречу сопернику. Суть в том, чтобы не дать высвободиться опутывающей, подхватывающей ноге соперника. Обращая мысок своей опорной ноги навстречу соперника. Высекая ногу соперника таким образом, я стараюсь бросить его, как бы слегка перемещая свою ногу назад. Оучигари в асимметричной стойке. В симметричной стойке я бросаю в этом направлении, как бы слегка перемещая свою ногу назад. А в случае асимметричной стойки, я стараюсь бросить соперника в обратном направлении, смещая центр тяжести в направлении опорной ноги соперника. С оучигари я переключаюсь на учимата. И когда соперник поднимает свое туловище и шею,
Я использую свой захват за отворот в области ключицы. Давлю таким образом, воздействуя на челюсть. Я притягиваю рукав соперника к себе. Толкаю вперед, используя захват за отворот, одновременно притягивая рукав. Я не меняю форму рабочей ноги, как и в случае с симметричной стойкой. Пока я опутываю своей рабочей ногой, меняю направление, в котором буду толкать соперника. Как бы смещая центр тяжести оппонента в направлении его опорной ноги. Сейчас я покажу вам, как двигать свою опорную ногу. Я не освобождаю опутывающую, подхватывающую ногу. И подвигаю свою опорную ногу ближе к пятке соперника в момент опутывания рабочей ногой. Соперник не сможет удержаться в этой точке. Соперник не хочет, чтобы его оттолкнули диагонально, так что он просто отступает назад в том же направлении. Поскольку соперник отступает назад, я стараюсь подпрыгивать на опорной ноге ближе к пятке соперника, которая является его центром тяжести, и бросаю его. Поскольку существует 100 техник дзюдо, практически трудно опробовать каждую из них на соревнованиях или в рандоре и учиться применять их всех с эффективностью. Поэтому вам следует быть избирательным в использовании ограниченного числа техник с тем, чтобы бороться с наибольшей пользой для вас. Но если вы владеете разнообразием техник, не ограничивайте себя в них. Вы можете подумать о каждом возможном варианте. Вы можете быть креативным в том, что касается применения различных комбинаций для преодоления задач, стоящих перед вами. Вы можете добиться лучшей формы посредством различных техник из множества точек зрения на эти приемы. Вы также можете расширить ваши идеи и мысли. Это то, во что я верю. Благодаря моим поискам во всем многообразии техник и находчивости, я сумела взрастить себя и расширить свои идеи и мысли. Я искренне верила, что я смогу, что у меня получится. Послание семье дзюдо. Я желаю вам поддерживать ваш дух, бросающий вызов испытаниям. Я также верю, что каждый из тех усилий, что вы прикладываете, ведет вас к саморазвитию. И прошу вас не забывать, что вы можете посвящать себя дзюдо благодаря той поддержке, что оказывают вам люди вокруг вас. С особым чувством благодарности пробуйте достигать того, что вы хотите усовершенствовать. Желаю вам быть лучшими в этом деле.